Друзі, всім привіт! З вами Ярик Зорка, ваш гід, блогер, мандрівник, волонтер. Сьогодні моє нове відео, точніше це буде два відео, які я знімав ще задовго до війни, у минулому році, про мої мандрівки в Італію. Це буде моє відео про мандрівки у такі класичні італійські пляжні місця. Буде цікаво тим, хто зараз у Австрії, подивитися, які у вас, в принципі, є варіанти по відпочинку. Ну і для тих, хто, як я, перевірив ціни на відпочинок в Італії на цей рік, просто передивитися ще раз це відео, ну і лишитися вдома. Тому, будь ласка, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні, слава ЗСУ, тримаємося! Пока как-то так, серенько, и местами прорывается дождь. Потому мы посидели, посмотрели на карту и вспомнили, что у нас же рядом Италия. И, в принципе, до Италии там ехать всего 400 километров или примерно 4 часа. Проверили погоду. Погода там явно лучше, чем у нас. Это будет не просто Италия, а это будет Италия на морке. Погодка, фантастика. Все стоят, брат лупит по машине. Ничего не хочу сказать, но, возможно, прогноз был немножко ошибочным. Когда давно не отдыхал, два дня отдыха где-то на море кажется чем-то таким, ну, вообще невероятным. Там вот сидели безвылазно, а тут мы поехали в Италию. Какие-то другие люди, другой язык, другая еда. Мы уже в Италии проехали альпийскую часть Италии, то есть, ну, спускаемся на юг, и она становится такой равнинной, спокойной, оливковые поля, домики. В общем, пейзажи уже другие. Система в Италии, в общем, оплаты автобанов, она мало того, что грабительская, еще и такая своеобразная. Ты на въезде на один участок берешь специальный талончик, и вот у нас впереди ворота. Мы сейчас подъедем, этот талончик туда вставим и узнаем, сколько с нас. Но будет, сразу говорю, будет дорого. Еще важно, вот эти вот желтые штуки, телепас, это только для тех, у кого есть специальное устройство. Если вы туда заедете, вы как бы просто проскочите эту зону, но потом вам, возможно, придет штраф. Такие случаи были. Автомат-грабитель. Ну давай, засовываем талончик. А, если дотянемся, да? Нет. Ничего. Билету, говорит, ставьте, я перевожу вам с итальянского. Так, что у нас? 11.50. Почти 12 евро получилось, а мы проехали там, не знаю, сколько километров, наверное, ну, 70, ну, совсем мало. А в Австрии, в принципе, за те же 12 евро можно ездить 10 дней. Безлимитно, по всем автобанам, которые есть. Но, справедливости ради, дорожная сеть, конечно, в Италии несравнимо больше, да? И имейте в виду, если вы путешествуете по Италии на авто, и, конечно, сходите ездить по автобанам, но вряд ли вы будете тащиться по красивым проселочным дорогам, то это будет дорого. Сапожок, помните, как на уроках географии, да, называли, неграмотные ученики. Значит, тут у нас Венеция, а мы вот между Триестом и Венецией. Место, где нет вообще никакой парковки, здесь в центре все очень плохо с парковкой. Для нас специально зарезервировали место, вот там на табличке написано «не парковаться», потому что что? Где-то там наши номера. На первой линии у нас стоит, понятное дело, самые дорогие ряд отелей. Но, что интересно, между ними затесалась одна шикарная вилла. Это с ней вторая шикарная вилла. И снова бесформенные коробки. Я не знаю, конечно, интересно, сдается она или нет. Судя по всему, нет. Там нету ни полотенец, ни людей, ни машин. Но это просто великолепно. И жаль, что не весь берег. Ну, понятное дело, да, это только в идеальном мире может быть застроен такими шикарными, удивительно красивыми зданиями. Самое главное, в этом месте уже пахнет морем. Запах моря – это одно из самых волнующих и магических впечатлений при поездке куда-нибудь на юг. Берем зонтичек и два таких топчанчика, конечно, не бесплатно,
Ну, с другой стороны, и в отпуск мы ездим не каждый день. Для этого нужно выставить небольшую очередь, там заплатить, тебе дают чек, ты с чеком чешешь туда. Разные опции с ценами, можно взять домик себе, лежаки, домик для вещей, сидячую, лежачую, с зонтиком, без зонтика, в общем, все, все для вас, но нужно платить. Мы нашли проводника, который нас сейчас отведет к нашему месту, потому что тут как бы бывает навигация, ну, типа, не всегда простая. Очень много рядов, лежаков, классов мы взяли, конечно же, первый класс, да, Ксюша? Только VIP, только VIP. За 33.40 на 2 дня мы получили первый ряд прямо перед морем. Мы получили персональный зонтик и персональные 2 лежачка. И не так много соседей, кстати. Оказывается, низкий сезон сейчас. Есть вот эти вот платные места, то есть этот бесконечный пляж с шезлонгами, с домиками, с зонтиками. Но платить не обязательно. Если вы хотите зайти на пляж бесплатно, то вот есть эти вот белые столбики, это граница бесплатной части. И там вы можете вполне спокойно, совершенно без каких-то проблем, как на любом пляже на родине, положить свой пледик, там отдыхать спокойно, купаться, то есть вас никто оттуда не прогонит. Там бесплатно, тут платно. Граница. Бедняки, богачи. Все как в жизни. Стою лицом в море, здесь у нас залив, красивый, тихий, приятный. Если мы посмотрим направо, кроме вот этого вот ресторана, который выходит на пирсе вперед, и пляжа, у нас справа будет Венеция. Слева у нас еще кусочек Италии. Вот где-то там примерно у нас Триест. У нас здесь поднят флаг. Флаг говорит, что купаться можно. Есть пост спасателей, вот эта вот вышка. У спасателей есть специальная лодка. И спасатели патрулируют, значит, ну или обозревают вот этот вот пляж для того, чтобы люди не нарушали правила безопасности, не потонули, не поубивались. Из того, что я успел опытным путем выяснить, что же запрещено. Во-первых, запрещено прыгать с того пирса. Там высоко, интересно, ребята постоянно подходят, спасатель срывается с места, берет свою лодку, значит, идет на перерез, свистит свисток. Все это выглядит эффектно, страшно, ну и как бы ты чувствуешь, что за ситуацией наблюдают, ее контролируют. Во-вторых, нельзя забираться на вот эти вот ограничители, такие большие железные палки, которые находятся по периметру пляжа, то есть они обозначают как бы какое-то место безопасное. И вот этот вот момент, что нельзя туда забираться, мы выяснили на себе, мы к ним подплыли. Ксюха говорит, давай я залезу, как бы здесь, ну, как бы она занимается полденсом, она знает, о чем говорит. И тут же сразу свисток, и чувак в лодке к нам рулит, мы такие, все, мы слазим спокойно, братишка, не переживай. Про море, про водичку соленую, в которую мы приехали себя окунать. У нас середина июня, и пока еще, ну, не супер жарко, вода не супер теплая, но, в принципе, купаться уже можно, все нормально. По самой воде, из плюсов. Ну, очевидно, она нормально прогревается из-за того, что здесь мелко. Минус, сюрприз, здесь мелко. То есть, в принципе, можно пилить очень долго и, так сказать, даже не дойти до момента, когда тебе будет по шею. По чистоте водичка чистая, прозрачная, но периодически, конечно, приносит какие-то вот водоросли. Вот их там видно на берегу, они лежат. И иногда выносит медуз, но самих медуз я в воде еще пока не видел. Торговцы есть, предлагают всякие пледы, очки, сувениры. Вам секрет от профи, так сказать, курортных мест, если идет на вас торговец, вы не хотите, как бы, ну, стесняетесь или не хотите с ним общаться, то просто начните разговаривать с кем-то другим или притворитесь спящим. Спящим это более действенный метод. На втором месте с кем-то начать разговаривать, тогда торговец постесняется вас перебить и пойдет себе дальше. Это очень удобно, когда ларек просто приезжает к тебе сам на своих гусеницах. Долго лежишь, тебе нужны какие-то развлечения. Идеальное развлечение это iPhone. И, кстати, здесь вот есть Wi-Fi, появился, его не было. Бесплатный вообще. Если развивать дальше эту идею, в идеале было бы под каждый зонтик подвести еще розетку. Мы с собой обычно берем две сумки. Значит, одна сумка со шмотками, и вторая это чисто еда, напитки, бар. В этой части сумки у нас, кроме фруктов, конечно же, куда без них, есть вина, есть закуски в виде оливок, есть вышня местная. И, конечно же, бутылочка пивка, чисто для пробы, местная. Всегда покупаю пиво в Италии, в Испании, ну, то есть, в явно не пивных странах. Почему? Ну, потому что нужно попробовать, все-таки нужно знать, но откровенно, пиво, конечно, по сравнению с соседями с севера, не очень. Конечно, нужно пить вино, и понятно почему, да, допустим, Австрия тоже, она частично пивная, частично винная. Почему? Потому что на востоке, значит, и на юге растет виноград, ну, а дальше на западе его нет, потому там варят пиво классное. А в Италии, в принципе, везде, да, растет виноград, то есть тут с вином вообще нет проблем, традиции, конечно, многовековые. С собой есть бутылочка шампусика. Шампусик, кулечек льда. Сейчас мы все это заворачиваем. Мадам шампанского? Да, месье. Си,
Си, сеньор. Мискузи. Правильно. Лучший бар на этом побережье у меня в сумке. Моя цель в этой поездке съесть максимальное количество самой разной пиццы. Здесь, в принципе, за слайс, ну или там кусочек пиццы, за 2,50 можно попробовать все. Здесь много разных таких небольших пиццерий, то есть ты просто подходишь, как у нас там кебабные, да, вот или там шаурмичные. Здесь такие мини-пиццерии, подходишь, там тебе пиццу дали кусочек на тарелочку, и ты пошел ее куда-то радостно жевать. Набережная вечером светится всеми огоньками, там светящиеся пальмы. Здесь горшки переливаются, светящийся поход на дискотеку. Здесь площадь и скейтборд-парк, там отели, там валит муза и бары, там красивая Ксюша. Ксюша, у-у-у! Еще один из важных кулинарных символов Италии, это, конечно, мороженое. Мороженое здесь, я не знаю, найти невкусное мороженое почти нереально. За моей спиной один из ларьков, их тут миллион, как и ларьков с пиццей. Подходите, наваливаете. Лайфхак, ну, не знаю, это лично мой и на и Ксюши лайфхак. Надо брать фисташковое. Фисташковое мороженое самое вкусное. С ним вы никогда не ошибетесь. Друзья, наконец-то мы в Италии. В Италии мы пьем что? Пьем вино. Я называю его вино Россо, я знаю все языки. Какой-то происходит футбол попутно. Наши, видимо, выигрывают, не знаю, кто наши. У нас что? У нас есть дары моря. У нас есть ночи. И у нас есть вино. Всем хорошего вечера, отдыхайте в Италии, но, конечно, лучше в Австрии. За вас. Продолжаем охотиться в ресторанах на разные морепродукты. Апероль шприца много не бывает, ну и для Ксюши сегодня салат, как называется? Капрезе. Погнали, мои маленькие. Для экономных туристов есть небольшой лайфхак. В принципе, в любом ресторане итальянском, нормально, бесплатно можно поесть грисель. Такие хлебные палочки, их обычно вам ставят на стол, ну, крайне редко за них берут деньги, обычно просто можете сколько хотите есть. А за моей спиной, вот там вот, где свет, люди, там весь движ, шумно, куча людей. А вот здесь буквально один квартал, тихо, спокойно, тоже есть рестораны, кафе и прочее. И, ну, мы обычно устаем от всего этого движения, людей, массы, шума там на первый день. И на второй день мы там идем куда-нибудь в такие тихие места. Почему там хорошо? Во-первых, со столами все хорошо. То есть надо стоять ждать в очереди, там, пока вас пустят, посадят за стол. Во-вторых, как ни странно, еда там не дешевле, но за те же деньги вы получите просто либо большую порцию, либо более качественную еду. Вот как у нас сейчас было, мы взяли одинаковые тарелки, там и та стоит 20 евро, это тарелка с морепродуктами. Но вот тарелка буквально в одном квартале от оживленных мест, она, ну, была явно лучше, больше, вкуснее. Ну и такой маленький нюанс, в любом ресторане, зависимо от места, там, хоть на окраине, хоть в центре, вас возьмут за обслуживание, но это не за обслуживание, а скорее за сервировку. Там 1-1,5-2 евро с человека, не пугайтесь, их включают в счет. И вот опять же, когда мы дошли чуть дальше, здесь с нас взяли там на пол евро меньше. Такое мелочь, но все равно приятно. Ну и обслуживание менее навязчивое. Тренды не могли не докатиться даже до этого курортного южного города. Появились стоянки для электросамокатов, которые, судя по всему, можно взять в шеринге на прокат. Вечером взять мороженку или бутылку вина, прийти на пляж. Это бесплатно, пляж открыт, заборов нету. Пройти туда вперед до самой воды, сесть там на шезлонг и наслаждаться. Отправляемся через машину времени. Выпустите, пожалуйста, я хочу на... Вид с балкончика. Тут у нас такое больше похоже на местами Азию, да? Так все близко, уютненько. Ну, нету вида на море. Море у нас вон там находится. Но не важно. Главное, что тут свежо, дует ветер. Там снизу можно даже будет музыка играть из ресторана. Тут у нас можно присесть, так сказать, отпить, отъесть. В общем, все это будем делать. Теперь делаем тук-тук. Вам можно? Здравствуйте.
Во-первых, тут какие-то, видимо, все проектировали фанаты шкафов. Это шкафов слишком много. Пух! Вообще, я планировал проснуться от, может быть, шума моря, пения птиц какого-то. Но это мусоровозка. Она ездит уже вокруг здесь по кварталу и собирается, судя по всему, значит, контейнеры с посудой. Звук вы слышали. Еще эти мусорщики, они что-то другое все время орут, видимо. Типа, я подцепил контейнер, давай, херачь его, мусоровоз. Все, поехали дальше. Они просто здесь вокруг катаются, нарезают круги и издают такие классные звуки. 7 утра. Всем привет, меня зовут Ярик Зорко, это мое новое YouTube-шоу Aqua Top Gear. В этом шоу я обозреваю всякие средства для передвижения по воде, конкретно по морю. Сейчас мы рассмотрим линейку, эксклюзивную линейку водных велосипедов. У нас есть классическая модель, такая, можно сказать, даже семейная, да, вот 4 места, управление, обязательно горка. По горке можно спустить что-нибудь интересное, например, детей или кого-то особо отличившегося, кто себя плохо вел. Номер 13, кстати, не очень хорошо. Вот это вот, наверное, минус этого средства. В остальном довольно достойный, понятный экземпляр. Места, давайте потрогаем места. Места удобные, сидеть можно. И отдельно еще хочу отметить шикарное багажное отделение для выпивки. Ну и, конечно, лесенка для того, чтобы потом вернуться на это плавсредство обратно. Если вдруг вы себя чувствуете пиратом и таким серьезным деловым человеком, то для вас есть черный, полностью черный водный велосипед с характерным знаком. Кстати, за такое, наверное, где-нибудь за пределами этих вод могут и пострелять немножко. Что у нас здесь есть? Управление, педальки и специальное лежбище, видимо, для самого главного босса. Он поднимается наверх, ложится сюда, здесь отдыхает. Самый интересный вариант в сегодняшнем обзоре — это совершенно гламурное, непонятно сконструированное средство для передвижения по морю. У нас есть сидячие места, которые прямо вмонтированы в корпус, это очень удобно. У нас есть горка, причем горка непростая, горка завивается. И вот на вершине горки может сидеть, наверное, капитан и командовать вот этим вот четырем людям, куда идти дальше. Есть у нас платформа впереди для одного человека. Есть багажное отделение. Отдельно хочу отметить, вы уже видели привычную лесенку для того, чтобы забраться вверх, это понятно. Но отдельно есть отличные обвесы. Обвесы добавляют, значит, скорость и сопротивление ветру. А ветер, как мы знаем, идет с моря. А мы хотим плыть как бы в море, значит, нам нужно как-то сопротивляться ветру. Жемчужина этого аквапарка, аквоавтопарка, это катамаран цвета хаки. Цены на пиво как бы намекают, что вы находитесь не в пивной стране все-таки, а в винной. Вина на любой вкус, на любой кошелек, любого цвета, любого производителя. Можно брать как и дешевое вино. В принципе, оно неплохое, в отличие, допустим, от каких-то других стран. Конечно, в идеале брать бутылочку евро за 10, тогда точно будет вкусно. По фруктам все отлично, у нас есть арбузики. Огромные, жалко, взял бы, ну, слишком большие. 99 центов за кг. Персики 3,25, виноградик 4,90. Ну и вишни все еще дорогие. Не понимаю, почему такие дорогие вишни везде? Может, они просто здесь их не выращивают? Хотя написано Италия. Лоточек с фруктами. Это не супермаркет. Тут, понятное дело, все дороже. Но вот, например, вишня у нас стоит 7,90. Это почти австрийские цены. Альпийским видом, в принципе, конечно, Альпы есть не только в Австрии, но по этой горной стене сразу видно, куда мы возвращаемся. Мы возвращаемся в Австрию. Угу! 2 дня на море в Италии, теперь обратно в не менее, кстати, как тут видно, солнечную, родную нам Австрию.
Пам-па-па-пам-пам-пам-па-па-пам-пам-пам-па-па-пам-пам-па-па-пам. Приехали в ту часть Италии, которая называется Лигурия, и здесь большой сюрприз, никто не говорит ни по-немецки, ни по-английски, самое главное. То есть мы привыкли, что в нашей части Италии на немецком вообще можно говорить как на втором итальянском языке, а тут совсем по-другому, потому даже заказать в ресторане, короче, проблема. Из плюсов говорят зато по-французски. Город Оренцано, в который мы приехали, так сказать, практически с воды, значит, пляжи. Вон там у нас города. Вот это вот самый большой, это Гранд Хотель, самый главный хотель. Дальше у нас есть горы, дома, тра-та-та, конечно же море. Море невероятно красивое. Вот там впереди в тумане вот такой вот городок, это Генуя. Один из самых шикарных городов итальянских. Вообще в Италии все города шикарные. Но здесь у нас есть камушки и еще красивая водичка. И вот этот весь пляж, значит, для тех, кто заплатил, а вот тут маленький кусочек для тех, кто хочет отдыхать бесплатно. Практически за 5 минут вышли за город, тут у нас обосновались пираты, ну понятно, вот юрисдикция города. Все, красивые виллы, чуть менее красивые виллы, но самое главное, вот там сверху над нами горы и ярусами нанизаны домики друг на друга. Это очень красиво, как по мне, но жить там, наверное, не очень круто. Итальянское утро. Выполняем довольно сложную задачу найти место, где можно поесть и выпить кофе, учитывая, что нас плохо понимают, меню почти нигде нету. В общем, типичная Италия. Давайте построим переулок, ведь тут никогда не будет ездить машины, только лошади с повозками или пешеходы. Все двери поставим. И сузим к концу, так, чтобы наверняка на входе в бистро сразу самый главный товар лицом. Чем, значит, можно здесь прибухнуть вкусно и декорировано. Хорошее место, можно ему доверять, выбор хороший. Завтрак по-итальянски, это там не эти все ваши яички, к которым мы привыкли, колбаска, а это 100 тысяч миллиардов вариантов бутерброда. Вот панини, классические всякие бутеры и еще два вида бутеров. В общем, очень много-много бутеров, это ужасно. Очередной из миллиона вариантов бутеров, в этот раз просто в лаваше завернута колбаска, сыр. Это что-то традиционное. Чашечки произведения искусства, понимаете? Вот здесь вот у нас, кто у нас здесь? Это же Коломбо, ну или Колумб и город Генуя. Вообще в Италии бутер любят добавлять такой соус, который у нас называется китчанес, если вы знаете. Это смесь кетчупа и майонеза, вот он здесь. Но он популярный здесь, да, как фирменный соус. Но не совсем правильно, я-то знаю, кто его придумал. Его придумал мой друг Валентин в Украине. Откуда они про него знают, непонятно. Рассказывал Ксюхе, что такого не может быть, чтобы все пляжи в городе были заняты. Все пляжи в городе заняты. Это у нас первый раз такое за все время, как мы ездим в Италию. Он, Ксюха, в ужасе. Но, ничего, мы что сделаем? Мы себе сами организуем VIP-пляж. Возьмем из машины эти подстилочки. Купим себе зонтичек, и у нас будет, в принципе, свой VIP-пляж. Еще когда береговая линия небольшая, как здесь, для отдыха, как бы все разделено на такие клубы, да, где нужно платить за вход. Приходишь, чик, beach full, не зайти. Ну, а цена там, как обычно, там где-то за 40 можно снять себе зонтик и два лежачка. Вообще, конечно, для меня как-то нелогично. Если есть курорт возле моря, все люди сюда явно приперлись ради того, чтобы плавать в море, то как может быть такое, что на пляжах не хватает для всех тех людей, которые приехали, места? Нам предложили вариант взять абонемент там, на полгода, на год. На год, по-моему, стоит абонемент два лежака, зонтик, кабинка, 2500 евро. Ну, инвестиция, конечно, прикольная, но я пока не буду вкладываться, лучше куплю на эти бабки биткоина. Еще один вариант бесплатной части пляжа, значит, там платный слева с забором, справа тоже платный, а здесь посередине небольшая полосочка, прям иди, наслаждайся, турист. Прогноз обещает не самую солнечную погоду, но пока тучи как раз идеально закрывают солнце для того, чтобы не жарило. А мы тем временем пришли все-таки на бесплатный пляж. Бесплатный пляж, он как платный, только без системы лежаков, системы зонтиков. Ну и, конечно, если так посмотреть чисто визуально, он, ну, немножко грязнее. Там есть окурки, всякие штучки находятся неприятные.
Зато он бесплатный. И на этом пляже мы все равно взяли в аренду пару лежаков. Ну, они стоят, честно, дешевле. И народу здесь как-то не так битком, вот как на тех платных, куда мы пытались попасть, но так и не смогли. Из-за того, что мест на пляжах слишком мало. Цены на пиво в Италии конские, ну, как бы это явно не пивная страна, здесь нужно все-таки пить вино. Но если я здесь бываю, не могу себе отказать в удовольствии никогда взять бутылочку 0,7, 4 евро. Очень важно на пляже в Италии иметь свою сумку с бухлом. Вот там у нас внизу сумочка, в ней разные бутылочки. Я сейчас очень аккуратненько изымаю оттуда бутылочку вина. Это Terre Nuovo Bonarda, красное, хорошее вино за 4,60. Ну, я уверен, оно будет на все свои деньги, оно себя отрабатывает. Значит, аккуратненько открываете бутылочку, красивенько, так, чтобы пробочку, сука, не повредить. Обливаете плавки и свое полотенце, но это не страшно. Потом заливаете в тот бокал, в котором у вас было до этого, значит, какой-то напиток из бара. И у вас получается красивый, изысканный напиток. Смотрите, две соломинки, на ней, значит, апельсинчик. И вы такой красивый, как джентльмен, употребляете винцо. Буквально еще утром здесь был пляж, а сейчас разыгрались волны. Они уже практически все, весь его смыли. Вон там еще пару людей отдыхает, но пляжа уже больше нет. Вдруг вы захотите пойти в приличный итальянский ресторан в этих местах, будьте готовы к тому, что на меню для вас не перевели. То есть мы сидим прям с переводчиком, с говёно ловящим интернетом, мы переводим каждое слово. Ну, кстати, очень многое мы уже выяснили. То есть если вам нужно про первым блюдом просунтировать, то обращайтесь, мы здесь. Что у нас еще есть? У нас есть винцо. С вином было проще, мы просто выбрали цвет и дальше уже выбрали просто рандомно какую-то бутылочку. Ну, а с водой, аква, тут как бы вообще не ошибешься. И моя красивая спутница. Тем временем официантка без объяснения Вэлли нам бросила на стол вот так пакет просто. Что в пакете? А в пакете хлебчик. В принципе, можно перекусить даже им. Открытие местной винной карты, так сказать. Это уже сегодня второе вино, которое на вид как бы обычное вино. Ну, то есть так, бутылочкой не отличишь. Но на самом деле это вино с гадиками. То есть как будто бы такое оно фрицанте. И фризанте, господи, как считается по-итальянски, неважно. Важно то, что необычно, обычное красное вино, но немножко с газиками и рубает, я вам скажу, как надо, просто. Нам принесли всякой вкусной еды, у меня, значит, всякие морепродукты с гриля. У Ксюхи, Ксюха, что у тебя? Нет. У Ксюхи тунец, стейк из тунца. Вау, крупный план. Но самое главное, когда мы попросили у них специи, какие-то там солонку или типа того, нам просто принесли кучу разных пакетиков, это соль. Это оливковое масло. А перец, я не знаю, вообще есть здесь перец. Наверное, перец даже не принесли. Короче, как-то очень странно. В ресторане нет просто обычных салонов. Отправляемся в увлекательное путешествие в сторону туалета. Идем через скалу. Ресторан в скале, но это не самое важное. Самое важное есть сеньори, а есть сеньоры. Угадай, кто именно ты? Если ты не знаешь итальянский, подсказка, ты... Мужчина, если ты мужчина, конечно, ты сеньори. Розовый, красивый, под названием Hotel Serena, это наш отель, где мы живем. Из плюсов, как бы, до моря совсем ничего, вон уже море. Из минусов, здесь, конечно, люто шумно, вот здесь вот кабаки снизу, бары, рестораны, дискотеки, и утром всякие машины здесь летают. И нет кондиционеров. Почему-то. Вообще, мне кажется, наш отель, это не совсем отель, это раньше был какой-то дворец. Ну, нам посчастливилось в нем пожить. Вот здесь мрамор. Поднимаемся наверх. Есть и обычные квартиры, конечно, для, так сказать, простолюдинов. Есть лифт, но он, по-моему, не работает. Не знаю, мы его никогда не видели. А вот наш отель. Смотрите, как красиво. Здесь... Все сделано. Ну, кстати, из минусов пахнет, конечно, немножко саками, но в остальном здесь неплохо. Осьминог с картошкой, этого нет вкуснее, если его есть. Красиво, с видом на порт. Если бы еще эту стену впереди снесли бы бетон, было вообще супер. Если у вас есть, значит, яхта, можете ее оставить. Здесь куча ресторанов поесть, там машину запарковать, там город погулять, там с Ксюшей покушать. Из странных наблюдений
вот если, допустим, в других городах Италии можно найти кучу пиццерий, таких фастфудов, то есть когда ты подходишь там к окошку, да, или в кафе, или там кебаб, вот типа такого, да, и можно взять себе что-нибудь поесть, там кусочек пиццы за там за 1.5 евро. Здесь такого нет вообще. То есть у тебя вариант, если тебе хочется пиццы, идти только в ресторан. Мы долго думали, фантазировали, почему так вышло. Скорее всего, это для того, чтобы стимулировать людей ходить все-таки в рестораны. Значит, они в эти закусочные по 1.5 евро жрать бомжатскую пиццу. Про любовь местных людей к деталям. Посмотрите, вот это вот паста, что там, овощи, бутылочка вина. Это деревянная вывеска, на которой краской они написали, значит, название своей остерии. И то, что они здесь предлагают. Когда гуляешь по ночному итальянскому городу, вот такие вот вещи, когда у тебя католическая церковь подсвечена лампочками, привлекает внимание. Идешь, по сути, на поверхности, возьми католическую церковь, понятную, привычную всем, просто укрась ее красиво огоньками и лампочками. И получается шикарный арт-объект, который привлекает внимание не только там верующих, конечно же, само собой, но еще таких туристов, как мы. Продолжаем рассматривать дизайнерско-архитектурные идеи этого места. Значит, столбики, да, обычные. Если посмотрим внутрь, то видно крестики. Ну, понятно, почему крестики, да, потому что там у нас сверху как бы шеф. Можно было бы, конечно, сделать просто асфальт, но люди просто взяли и сделали улицу из маленьких красивых камушков. И она вся вот выпущена. Если вы живете в обычном итальянском доме, и вам очень хочется, чтобы у вас был тут классический дворец, то что сделать можно с фасадом? Правильно, просто его разрисовать под тот стиль. Вот там сверху балкончики, вот камушки, все дела. Что еще есть хорошего в Италии? Кроме моря, значит, красивой архитектуры, красоты, эстетики, есть мороженое, друзья. Мороженое нужно пробовать всегда и везде. Я вам уже, по-моему, неоднократно рассказывал в моих итальянских блогах. Сразу рекомендую брать сюда маленькую самую корзинку. Почему? Не потому, что как бы вы экономите деньги, а скорее, чтобы пробовать максимально разного мороженого побольше. Чем меньше возьмете корзинку, тем меньше съедите, тем больше сможете съесть потом еще какое-нибудь мороженое. Ну, а мороженки здесь сортов, я не знаю, сотни или тысячи, потому точно оно вам не надо есть. Забрели в типичный итальянский дворик. Здесь просто дворик, просто площадь, значит, маленький барчик. Мы мест нет, мы просили, можете нам поставить стол? Нам поставили просто стол во дворе. И вот там еще ребята с нами тоже сидят рядом во дворе. Вот так вот итальянский сервис. Единственное, что нельзя, конечно, это минус, здесь нельзя играть в мяч почему-то. Но остальное все можно. Если вы в баре заказали себе какой-то лонг-дринк, то вам к нему приносят нагрузку обычно всякое. Вчера нам вообще принесли конфетки, мы удивились. Но обычно это какие-то чипсы, вот такой баночка. Но у нас сегодня два вида чипсов и еще и арбузик. В принципе, можно особо не ужинать, а просто с напиточками алкогольными поесть вот этого вот закусочек. Отдыхайте красиво, друзья!